Внимание! Да, отстань. Это я и так знаю, что это хоррор. Да, YouTube, привет. Сегодня нам разработчик дал поиграть игру, представляете? Вот сейчас будем тестить. ZV Games. Розы и кресты. И как вам графоний на начальном меню? Ну давай посмотрим, что это такое. На окраине небольшого городка стоит заброшенная ферма, окруженная бескрайними кукурузными полями. Горожане рассказывают жуткие легенды о том, что на этой ферме когда-то обитала секта, практиковавшая темные обряды, и что эти кукурузные поля были засеяны кровью и страхом. Так как меня очень интересует тема различных сект и оккультизма, пойду на эту ферму и попробую найти подтверждение словам горожан или опровергнуть их. Ты что думаешь? Ты песнями что ли думаешь, идиот? Первый раз у нас такое, никогда такого не было. Давай проверим, что будет. Прям даже интересно. Никогда реально такого не было. Думал, не доживу до момента, когда мне будут в донаты скидывать. Говорить, вот я разработчик, глянь. Думал, только элит у меня будет игры зарабатывать. Так, ну погнали. Наверное, ничего брать не надо из машины. Так, у нас есть с вами фонарик. Кукуруза выглядит красиво. Ладно, мы тут не до текстур приебываемся, да? А игру играем. Ну что, пойдем? Почапали. Так, я либо играю за супер гнома, либо это супер гигантское чучело. Либо чучел так и ставят в полях. Как вы думаете? А? Так. Кто звенит? Я предупреждаю, я бью по еблу. Сразу причем. В принципе, его даже, может, не в курсе, но занимался карате-призраки, ебаные. Угу. Так, у нас забибикала машина. Ну, нам туда уже точно не надо. Пусть бибикает, я, скорее всего, не вернусь. Эх, печально. Ну да, а что? Такс, ну давай. Пока что у нас вот есть домик. С заваленной дверью. И с крыльца можно упасть. А если я упаду, разработчик? Я же умру, понимаешь? Поставь здесь забор. Так, смотрим, что тут у нас здесь. Скрипучий, мерзкий дом. Подвал. И замок на нем. Ага. Сюда не пройти. Но можно походить в этих стогах сена. Окна все забиты. О! О, вон там что-то горит. Нам туда, скорее всего. Скажи подвал. Подвал. Да... Кто-то бегал слева направо мне сейчас. Ну нам туда, пойдем туда, где свет горит. Как говорится, куда глаза глядят. Потому что, я так понимаю, здесь тоже у нас завалено, да, сзади дома. Стулья какие-то. Окей, ладно, пойдем. Прыгать не могу здесь. Ах, анлак. О, трактор. Чат, скажите 300. Угу. Куча стогов сена. Был бы я в Майнкрафте, все бы сломал, скрафтил хлеба. О, да. Так, видимо, нам сюда. Опа. Ваня, Дипон, здравствуйте. Диппинс, да. Ну глянь хотя бы после стрима. Так, у нас с вами, видимо, появилась мотыга, которой мы с вами сможем открыть дверь. Ну, логично, да? Я же не тупой. Ладно, этот факт опустим. Я хочу проверить, могу ли я залезть в трактор. Я бы сейчас как залез, надавал бы комбайну в рот на своих скоростях жестких. Сначала этот дом попробую, потому что он мне просто так же здесь стоит. Или просто так. Открыть не могу. Не могу открыть. Ладно, не сильно. Не сильно хочется. Блять, что-то префайром испугался на всякий случай. Вдруг в окне кто-то был бы, да? Я темноты боюсь просто. Чё кукуешь, мужик?
Ты думаешь, если ты сова, типа, можно все? А кто ты здесь вообще сова? Может, я рядом с зоопарком где-то? О! Пошла, ребят, возня. Есть. Загрузка. Странно, а почему здесь горит огонь? Не знаю. На самом деле, очень холодно, поэтому лучше поищу дрова и будет светлее. Вот дрова. Так, положил. Не пугайте меня, я просто греюсь. А. Кто там? Сука. Блять. Закрыто. Слава Господу. Пусть так дальше и будет. А чё качается здесь? А я не понял, она должна была быть закрыта, и я ее багом открыл, или... Ладно, так, стоп. Ага, можно открывать ящики. Записка. Мне не следовало приходить сюда сегодня. Чувствую, что живым меня не выпустят. Мне удалось подслушать, что члены Ордена договорились собраться в ночь летнего солнцестояния, а до тех пор никаких контактов или упоминаний. Ордена неприемлемо. Но я не смог найти их символ, чтобы убедиться, что это они. Летнее солнцестояние? Это сегодня... дня. Как думаете, меня испугают сейчас, Даша? Ребят. Ой! Ты чё, дурак? О! Ты чё стучал, что ли? Ты старый, блядь! Их... не двигаешься уже! Открывается она сама по себе. Тихо-тихо, бывает. Пол перенапряжения, просто лампочек. Я клянусь, я с огнем сейчас. Меня опять закрыли? Ты же дверь была только что. Странно, странно, странно. Алиса, выключи телевизор. Крыса! Лови крысу, крысу! Курва, крыса! Курва! Ну ладно. Нужен ключ. Окей. Где мы с вами найдем ключик? Так, крыска Лариска ушла. Это открыть нельзя. Но я думаю, где-то в душевой кабинке. Или чё? Козлы, выпустите меня. В унитазе? О! Так. Это точно они. Если вы это читаете, значит вы тоже умрёте. Так, проверка на баг. Вот так поворачиваюсь. А? Че вы очкуете, ребят? Ой, я не заплакал. Я не плакал, я не плакал, я не плакал. Чувствую страшно. Капелька. Я Сигма. Я Сигма. Сигма уронил слезу мужскую скупую.
Ради контента, клянусь. Фу, тихо. Фото. Фото. 1, 2, 3. Ага. 1. Что это первое, ребят? 2 картина, 3 какое-то окно. Это я нашел. 1 я нашел, да? 1 я нашел, видимо, да? Или что, или нет? Ну, не знаю, плевать. Хоть 1, хоть 2. Это плита? Ты уверен? Странно, я не могу отсюда уйти, ребят. Меня заставили. Увах! Ну ты тут встал, конечно, мужик. Испугаешь. Такс. Такс, по логике вещей, что дальше у нас? Свечки мы поставили. Убрали, убрали диван нам. Не реви. Такс, ребят. Ой, Мика Геймс. Вы поняли? Нет, стоп. Мика Геймс — это в игры, которые мы играли. Которые нам никто не давал, которые я покупал. Ой. А нам сюда и надо, да? Что-то нам здесь надо сделать, я думаю. Ни хрена здесь нету. Картина на кухне. Не-не-не. О, видишь, я же говорю. Так, это мы куда несем? Наверх, наверное? Ну да, куда еще нести-то? Выбор. Это что? Паук, вы хотите сказать? Все, сами играйте. В пизду, в пизду, в пизду, в пизду. Бля, в пизду. Вы чё, сами играйте? Не, вы чё, сами играйте? Фу, ничего. Все, 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 пап, 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 перестань. На, на, на. Нужна еще одна свеча. Как это? Как это? Кажется, я видел их на кухне. Понял. Вопросов нет. Без пауков, пожалуйста. Без пауков, пожалуйста, прошу ради всего. Пожалуйста. Где свеча-то? Это ж кухня, да? Какая из свечей-то, я понять не могу. Я же на кухне, правильно? Ничего не регает. Ну, либо мы не на кухне. Эту не регает. Это регает, это не регает, это... Что-то жует, блядь. Жуется. Так, ладно, может быть, давайте не здесь проверим просто, а в другом месте чуть-чуть. Вот здесь тоже свечки. Не, они тебе не нужны? Здесь тоже куча свечей. Ничего нам не надо отсюда? Нет? Ну на нет и сюда нет, как говорится. Горящая на кухне. Не-не-не, я не могу ее взять. Ну я так понимаю, наверх там уже что-то регает. Картина дурень. Какая? Точно. А какая картина-то?
О, чат. Ебать вы умные. А ну, сосранец. По коридорам не бегай. И сменку поменяй. Тварь, блядь, третьеклассная. На, еще одну. Все. Все, что надо, сделал. Три. Запереть окно или чего сделать? Что сделать? Третий шаг какой? Третий шаг какой? Какой третий шаг? Не знаю, какой третий шаг. Третий шаг, очевидно, заключающий, потому что их всего три у нас. Попробуем сейчас разобраться. Что-то там было показано с окном. Найдем с вами окно. И потом разберемся, да, что делать дальше. Вот окно первое. Не раб... Не шептай. Смыть нельзя, я тут дал газа. Ну ладно. Что тут у нас такое? МБ картина. Да-да-да, где картина-то? Где? Где она? Там что-то с окном было связано. Вы где-то картину видели? На стене. А, вот. Крест. Твою мать. Я как Дин Винчестер. Ты чё там? Это мне аплодисменты? Так. И чё дальше? Опять испугал меня косяк. Так. И что три? И что три? Так. Три. А, стоп, мы второй шаг сделали. Три. Окно. И что-то еще вот показывает, не понимаю. Раковина, думаете? Окно. Окно на кухне. Так. Ничего нельзя, шторки задернуть нельзя. Прикинь, вот так моешь посуду, а там срет коза в огороде. И весь... О, кстати, вот это надо поправить, разработчик, смотри. Это надо поправить, разработчик, посмотрел. Так, ладно, здесь ничего у нас. Здесь ничего. Слышу звуки в ванной, давайте попробуем туда. Рил коза. Слышь, ну чё, давай лось на кабана побод... Закрыто. А чё он ползает тут? Ёпти-мопти. Так, супер. А что в итоге? Да-да-да-да-да-да-да-да. И чё слева у нас? Атя! Ребят, это что, руки, блядь, чьи-то? О, это да. Так и было, так и было, так и было, правда. Ну все, тут уже можно просто не беспокоиться ни о чем. Уже просто доносим и все. Где чучело? Вот оно. Все, супер. Белок. Что это? Тараканий рейд. О нет. Нужно уходить отсюда. Нет, тараканы, отстаньте, пожалуйста. Фу, блядь, если бы это были пауки, я бы обосрался. Бей в бубен до гроба. Достижение. Чё, я прошел? Мне кажется, лес стал как-то этот страннее, нет? Чё такое?
О, пацаны. Клянусь. Сори, я опоздал. Мама посуду мыла заставила. Че, Fortnite, как обычно? Пойдем, 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 братва, братва, пойдем. Там видели, новый скин вышел? С Егором Кридом. Я сам в ахуе. Клянусь, клянусь. Ну вот эти вот в Roblox играют, по ним сразу видно. Ебанаты. Нормально. А чё, кто на шашлыки, да, ездим же, да? Супер. А кто шашлык? Я, что ли? Ух, бля. Ну, пацаны! Разраб В за озвучку. Хорошо поорал. Предполагают, что Орден Розы и Креста по сей день проводят тайные обряды и ритуалы. Они используют богатые символы, в том числе Розу и Крест, как основные символы Ордена. Роза символизирует духовное просветление, Крест символизирует алхимическое слияние материи и духа. Один из главных мифов о резинкрейцах означает, что они искали средства для сожжения. Я надеюсь, вам страшно. Привет тебе, аноним. Не знаю, точно ли это ты или не ты, Разраб, но игра классная. Ну, я в такие и играл, то есть, как бы, это в целом... Рацион Иван Звягинцев, тезка мой, разработчик. Unreal Engine, Marketplace, freesound.org. Special thanks to Emika Games. Я в целом в такие игры играл, как бы, что я могу сказать. Хороший уровень, я испугался пару раз. Сюжетик есть даже. Я доволен, ну то есть как бы. Нет тупейших загадок тяжелых, которые пока разгадаешь, уже лень играть, блять. За это W, потому что обычно вот любят сделать. Еще и бесплатно, да? Чат вам как? Вон чат вам пишет. И вообще приятно было знать, что вот так вот ты мне еще и ключик дал. Вот это да, это тебе приятно лично от меня. Плюс репик.